Добрый вечер! На календаре 16 июня Православная Церковь сегодня вспоминает мученика Лукилиана, которого в народе называли Лукьян Ветреник. В это время крестьяне очень ждали южных ветров, которые обещали богатый урожай яровых. Если же с юго-запада подует ветер, значит, придет непогода. С северо-запада буря и ненастье. А если с северо-востока задует ветер, значит, надо ждать непрекращающихся дождей, которые мешают наливанию ржи. Считалось, что ветрами управляет безрукий дед вихровой. Ничего хорошего от вихрей крестьяне не ждали. Считалось, что она переносит с одного на другое место нечистую силу и насылает болезни. Всем хорошего вечера. Мир, любовь. Обнимайте любимых чаще. Пусть в вашу сторону дует теплый южный ветер.